Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Джиггернаут доставлен. Где? О. Джиггернаут к вашим услугам. Простое задание. Красавец. Джиггернаут доставлен. Где? Вот все. Джиггернаут к вашим услугам. Два зверя Джиггернаута с охрененным... Джиггернаут к вашим услугам. С охрененным количеством ХП, да, просто. Да, будьте бдительны, братья. Очистить, изгнать. Джиггернаут к вашим услугам. Я здесь для того, чтобы служить. Так, ну третий завод нам здесь в принципе не нужен. А вот орбитальная станция, я бы не отказался. Так, еще мне надо... казарма потом построить. Как скажете. Я здесь для того, чтобы служить. Ну, здесь вроде все нормально. Да, так, вот. Один из вас пойдет строить. Как скажете. Или оба, в принципе, мне не важно. Как так, можно быстрее. Здесь, соответственно. Джиггернаут к вашим услугам. Будет исполнено. Будет исполнено. Дух машины готов к испытаниям. Ну, а два джиггернаута... Приближаюсь к цели. Начать. Плохое выдвижение вперед. Не, конечно, понимаешь, что отправлять технику это не целесообразно, в принципе, но, блин, джиггернаут, е-мое, решаю. Так. Можно еще двоих показать. Джиггернаут готов служить императору. Враг будет уничтожен. Этого ничего не надо. Простое задание. Вот, видите, можно сделать это на некоторое время. Ну вот, просто он убивает довольно шустро. Один же горлан. Дух машины готов к испытаниям. Как прикажете. Два. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Ладно, я думаю... Враг будет уничтожен. На автоатаку поставить пока. Да, мой лорд. Здесь производство. Или он... А, он по одному за разу заказал. Что ж творится-то такое? Так. Вот как ваш мне... приказ. Теперь данную пехоту десантировать бы на тот остров. Подождем! Враги Империи будут уничтожены! В атаку! Не знаю, не могу я, к сожалению, своих же юнитов уничтожать. Как я уже сказал, я без понятия. Я здесь для того, чтобы служить. Я попробую сейчас, конечно, создать вот на этой части острова. Нет, видите, всего предел один. Так, где там Джиггернаут? Через полминуты придет. Я здесь для того, я чтобы служить. Здесь. Отлично. Так, у нас здесь есть один отряд. Ожидаю приказаний. Джиггернаут доставлен. Да, кстати, я смогу только один отряд сделать. Джиггернаут к вашим услугам. Ну, большой плюс, кстати, то, что Джиггернаут еще может по ним все прочее переводить. Приближаюсь к цели. Джиггернаут к вашим услугам. Вот прибыл ваше расположение. Смерть доставлена. Так, Джиггернаут, говорят, прибыл в наше расположение, да? Где он? Я что-то... А, вот. Джиггернаут готов служить императору. Давайте. Джиггернаут к вашим услугам. Мы выполняем его волю. Джиггернаут доставлен. Это один танк, который получает урон. Джиггернаут к вашим услугам. Смертно, как я уже говорил. Почти что. Джиггернаут к вашим услугам. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут готов служить императору. Супер. Дух машины готов к испытаниям.
Клирик, слушай. Есть! Есть! Приготовиться к атаке! Есть! Но, к сожалению, как я уже говорю, я не могу здесь... Джиггернаут готов служить перевести императору. Вот эти вот свои войска. Это очень проблематично. Вера, наш щит! Ну, в принципе, выдвигаемся! Приготовиться к атаке! Ожидаю приказаний. Так. Джиггернаут готов служить императору. Поехали, чё. Тихонько будем сейчас быстренько завоевывать. Мы выполняем все его точки. Волю. Ну да, страх повергает веру. Как-то странно. Враг готовых испытаний. Страх повергает веру. Джиггернаут готов служить императору. Так, ну я надеюсь, что все... Враг будет уничтожен. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут к вашим услугам. Джиггернаут к вашим услугам. Мы выполняем его волю. Вот сразу 4 танка довольно тормознуто атакуют, но... В целом окей. Будет исполнено. Так, продвигаемся далее. Смерть оставлена. Джиггернаут это, как я уже говорил. Мы готовы. Фактически смерть для... Безделье плодит ересь. Джиггернаут готов служить императору. Для еретиков. А 4 Джиггернаута... Мы выполняем его волю. Охраняем объект. Вообще, будет исполнено. Ужасная сила. Враг будет уничтожен. Так, я сейчас жду, когда мы избраны императором. Отлично. Враги империи будут уничтожены. Добавить. Джиггернаут готов служить императору. Юнитов. Соответственно, шестерочку. Атакуем согласно приказу. Атаку, я люцей. Подождем. Направьте нас на врага. Джиггернаут готов служить императору. Ну, в некотором смысле полномасштабное наступление. Смерть доставлена. Всегда бдительны. Вот, я надеюсь, что там ничего сверх такого страшного не будет. Включаем ранцевые ускорители. Наверное. Вот. Да. Включаем ранцевые ускорители. Атакуем врага. Начинаем атаку согласно схеме 23. Отлично. Идет. Джиггернаут к вашим услугам. Выдвигаемся. Джиггернаутами поставляемся. Постараемся. Задание что выполнено. Постараемся атаковать. Джиггернаут готов служить императору. Кстати, давайте-ка сходим. Объявляем вот атаку. Приказ хочется. Понял, прав. Вперед к славе! Как говорится, и хочется, и колется. Под славу империи! Как раз здесь много юнитов. Я думаю, что нам здесь будут рады. В атаку! Атакуем согласно приказу. Джиггернаут к вашим услугам. Джиггернаут к вашим услугам. Так, вот здесь кто-то отправил юнитов. Ну ладно, я не знаю. Джиггернаут готов служить императору. Нас не остановить! Клирик, слушай. Ну, они, видимо, на заход, да, вот этой точки. Так, там точно никак нельзя? Да. Видимо, никак. Все. Или еще что-то я здесь могу произвести? Я вроде... Все возможные улучшения я сделал. В ресурсах я уже не просто не нуждаюсь, а их... Джиггернаут к вашим услугам. Много. Джиггернаут готов служить императору. Приближаюсь к цели. Посылаем Джиггернаута наступать, а сами захватываем... Джиггернаут готов служить императору. Как это называется? Да, правильно помню. Приближаюсь к цели. Враг будет уничтожен.
Ожидаю приказаний. Атакую согласно приказу. Шекенаут готов служить императору. Мы выполняем его волю. Так, уничтожаем в первую очередь танки. Мы попали под плотный огонь противника. Враг будет уничтожен. Смерть доставлена. Так, у нас есть небольшие потери. В принципе, да, то есть по ХП проседание идет. Поэтому на всякий случай мы закажем танки дополнительные. Пошлем их сразу на поле боя. Вот, я уже говорю, по деньгам я, в принципе, не проседаю, а вот... Джиггернаут к вашим услугам. По остальным показателям... Джиггернаут к вашим услугам. Ну, в принципе, ладно, нормально. Это нормально. 4 джиггернаута должны разрулить эту ситуацию, я думаю. Потому что они в итоге все по вот этой фигне сконцентрируются, так называемому осквернителю, и все, нету его. Мы выполняем самая его сложная, сильная тварь была. Простое задание. Задание выполнено. Сейчас быстренько зачищаем все это дело. Простое задание. Враг будет уничтожен. Отсюда посылаем вот сюда вот. Объявляем. Джаггернаут к вашим услугам. Вот, отлично. Подвигаемся. Вот все это дело. Враг будет уничтожен. Ну, как танки прям подпрыгивают, видите, да? Нечто просто. Великолепно. Я обожаю эту игру. Веселая такая физика иногда бывает. Просто великолепно. Вот, сейчас, скорее всего, один из моих танков умрет. Возможно, даже не один из, а несколько. Мы выполняем его волю. Но суть такова, что это уже не так важно. Мы выполняем его волю. По определенным причинам. Враг будет уничтожен. Поэтому можно спокойно уже стоять. Да, кстати, вот это быстрая миссия получилась. Простое задание. Как прикажете. Как говорится, несмотря на машины все, готов к испытаниям. Сейчас мы ворвемся в двери часовни. Мы просто уничтожаем в данный момент. У них 7000 жизней. 4 джиггернаута их просто выносит только так. А вот, и на этом все это дело. Там миссия закончится. Или не закончится. У меня вот такой. Джиггернаут готов служить императору. Враг будет. Давайте уничтожен. Уничтожим танк, чтобы он не добил мою джиггернаут один из. Смерть доставлена. Хотелось бы его потерять, на самом деле. Враг будет уничтожен. Враг будет уничтожен. Я говорю, несмотря на то, что это все-таки не очень большая потеря, но в любом случае потеря машины готов к испытанию. Одного танка это все равно потеря, то есть по дамагу проседания идет. Поэтому враг атакует. Эпичнейшим образом падает двери. Дух машины готов к испытанию. Ворота пали. Быстро убейте их, пока они не завершили ритуал. Сэр, прибыла имперская стража. Победа наша. Хотя что это? Почему они не атакуют? Что за предательство за этим? Мы десантники, выполняем его волю. Уничтожьте этих еретиков. Да. Я чую, что вот этот танк потерпит крах. Джаггернаут к вашим услугам. Дух машины готов к испытанию. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Мы выполняем его видите, волю. Нас как с двух сторон зажали, а так... Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Вот, ну удивительно, но вот этот танк все еще держится. Нам будьте надо уничтожить. Бдительны, братья. Мы двигаемся. Так вот написано, что стратегическая приказ позиция принят. Истощена. Приказ принят.
Оружие к бою готово. Нам же надо уничтожить. Будьте бдительны, братья. Очистить. И завершить ритуал. Уничтожить. Используем взрослые третье построение. Во славу империи. Используем 23-е построение. Ой-ой-ой, нарвался, походу. Атакуем согласно приказу. Сейчас будет очень-очень больно. Нас не остановить! Приказ принят! Приказ принят! Нас не остановить! Атакуем противника! Хотя в целом, на самом деле, все выглядит довольно-таки нормально. Несмотря на все про все. Мы готовы расстрелять, убить и перегруппироваться. Что ой, угодно. Атакуем согласно. Не, ребятки, отступайте. Да, мой командир. Отступайте. Выдвигаемся. Расстреливают. Выдвигаемся. Приказ принят. Вперед. Славе. Так, Джиггернаут готов служить императору. В принципе, Джиггернаут к вашим услугам. Но сейчас, видимо, придется делать замену. Джиггернаут готов служить императору. Танков. Мы выполняем его. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут доставлен. Джиггернаут готов служить императору. Вот, это мне нравится. Враг будет уничтожен. Сразу подготовлю. Джиггернаут к вашим услугам. В принципе, насколько я знаю, я могу даже будет уничтожен. Не париться. Мы выполняем его волю. Джиггернаут к вашим услугам. Джиггернаут готов служить императору. В общем, я просто ставлю ребят на автоатаку. Направьте нас на врага. И там уже сами решают, на кого идти. Джиггернаут доставлен. Выдвигаемся! Джиггернаут к вот, кстати, услугам. Вот я про вот этих говорил кошмаров, враг они будет очень уничтожен. Враг будет уничтожен. Джиггернаут готов служить императору. Плотный огонь противника. Так, еще один Джиггернаут. Джиггернаут к вашим услугам. Выдвигаемся. Джиггернаут к вашим услугам. Смерть доставлена. Ставим, собственно говоря, его под некую защиту. И опять же, пытаемся спокойно все это дело разрушить. Джиггернаут к вашим услугам. Вот два Джиггернаута. А что же все время подставляетесь так, а, ребят? Джиггернаут к вашим услугам. Смерть доставлена. Направьте нас на врага. Прям иногда удивляюсь с людей, да, то есть подставляются. Приказ принят. Гранат! Кидай его тут, гранат. Перегруппироваться. На, на. Будь чувствительны. Ребята, ну надо их тоже отводить иногда, потому что вы видите, что суть по этим урон несут. Джиггернаут готов служить императору. Приближаюсь к цели. Обратно дух машины готов к испытаниям. Простое задание. Враг будет уничтожен. Вот, ну у нас здесь продолжает производиться техника, берегу так что я не особо волнуюсь на этот счет. Я даже могу еще, наверное, по два танка сделать, и они будут спокойно производиться. Джиггернаут доставлен. Надежды первые. Приближаюсь к цели. Потерпел поражение. Джиггернаут к вашим услугам. Да, он покажет. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут готов служить императору. Видимо, сейчас еще один танк минуснется. Бойтесь нашего гнева. Отходим нашим ребятам. Джиггернаут готов служить императору. Смерть доставлена. Обратно в
Обратно в бой! Джаггернаут к вашим услугам. Это ужас! Враг будет уничтожен. Так, на самом деле, я думаю, надо будет дождаться момента с восстановлением полным взвода, ну, из танкового. Джаггернаут готов служить императору. Приближаюсь к цели. Приближаюсь к цели. Потому что здесь мин очень много. Джаггернаут готов служить императору. Сейчас два джаггернаута еще выйдут как раз. Я жду вашего приказа. Так. К сожалению, я не могу, еще раз повторяюсь, убить. Вот, а нет, ё-моё, могу. Знал бы, давно бы убил. Вот я идиот. Оказывается, я мог убить. Джаггернаут готов служить императору. Случайно на Ctrl нажал и убил. Всех ребят. В небеса! Есть! Вперед к славе! Нас расстреливают! Вот если вот эти убьют, я не очень сильно. Безделье плодит ересь. Так, давайте, покупайтесь. Джаггернаут доставлен. Будьте бдительны! Да, мой командир! Оружие к бою готово. Быстро соберем армию в таком случае. Вот прибыл в ваше расположение. Что вам угодно? Оружие к бою готово. Джаггернаут к вашим услугам. Так, стой, куда поехал-то? Вот еще два. Джаггернаут к вашим услугам. И... Дух машины готов к испытаниям. Направьте нас на врага. Взвод прибыл в ваше расположение. Отлично. Что вам угодно? Так. Супер. То, что приказ сюда... понят, брат. Ожидаю приказаний. Еще отряд же прям. Отлично. Теперь все великолепно происходит. Вот прибыл в ваше расположение. Поставим. Ожидаю приказаний. Передвигайтесь вперед пока. Все. Супер. Джаггернаут готов служить императору. Это дело. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. Берем под контроль. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. И даже Джаггернаут вот к вашим услугам. Ставим их на шестерку. Джаггернаут к вашим услугам. Как прикажете. По моему слову. Джаггернаут к вашим услугам. В вашем распоряжении. Джаггернаут готов служить императору. Джаггернаут готов служить императору. Да, я, конечно, догадываюсь, что там не все идет так, возможно, хорошо, как хотелось бы. Моя рука не дрогнет. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут к вашим услугам. В целом, на мой взгляд, моя рука не дрогнет. Джаггернаут к вашим услугам. Джаггернаут готов служить императору. Господи, сам. Джаггернаут готов служить императору. Моя рука не дрогнет. А. Надо было просто его привести, а я зачем-то на базу пошел. Согласно твоей просьбе, прибыл инквизитор Тот. И что докладывают наши разведчики? Атака предателей из имперской стражи отвлекла наше внимание. Лорд Хаоса и его окружение бежали. Но мы следим за их перемещениями и допрашиваем захваченных предателей из имперской стражи. Как мог я не заметить признаков всего этого? Оказался слепым там, где более всего нужна бдительность. Ты говоришь о тех, кто переметнулся на сторону Хаоса? Или имеешь в виду свой дом, планету Кирена? Я должен был заметить эту заразу раньше, чем она успела распространиться.
Вместо этого я вел себя как слепец. Я предал огню свой родной мир. По приказу Инквизиции я предал смерти в священном огне слишком много невиновных людей. Все повторяется. Я ступаю на землю с тем же карающим мечом, каким убивал ранее. Блажен будет тот, кто не сомневается, Габриэль. Думаю, что теперь мы узнаем правду. Каждый свою. Я все еще верю, мой друг. Верю в божественную власть Золотого Трона и чистоту Империи. Но при этом потерял веру в себя. Только в то, что вижу, Изидор. Только в то, что вижу. И что же именно вы видите, капитан? Я вижу двуличных лжецов, которых волнуют лишь собственные цели, а не воля Императора. Меня нелегко смутить подобными заявлениями, капитан. Ты лгал мне. Из-за тебя погибли мои люди. Пусть они умрут, но чистыми. Если вы считаете себя вправе выдвигать подобные обвинения, тогда признайте ответственность за их гибель. Я предупреждал вас, просил покинуть этот мир, отдать Тартарус на милость Варпшторма. Ваши слова отдают ложью, Инквизитор. Я знаю, что вы были на планете до нашего появления. Я не обязан отчитываться перед вами, капитан. Впрочем, вы правы. Я действительно прибыл сюда раньше вас, преследуя кошмар, который не привидится и в ужасном сне. Кошмар, за которым охотятся и легионы хаоса. На Тартарусе нет случайностей, командор. Есть только шторм, который отделит истинно верующих от еретиков. Скажи мне, тот, мы верные слуги Императора. Нам можно доверять? Пришло время действовать вместе. Что они ищут, тот? Что ты ищешь здесь? Этот мир проклят, командор. Тысячи лет назад артефакт, исполненный величайшей злой силы, был здесь утерян. Силы хаоса ищут его. Ищут уже сотни лет, но у них никогда не было всех частей мозаики. А теперь у них все есть. Археологи Империи нашли первый маяк, который указывает путь к артефакту. Эта информация каким-то образом попала к врагу. Зная, на какой планете сделана находка, и следуя указаниям маяка, можно без труда найти сам артефакт. Теперь у них в руках последняя часть, ключ которой открывает доступ к артефакту. Что именно за артефакт? Камень. Его называют Маледиктум. В нем заключено создание самого зла, плоть от плоти хаоса. Демон, обладающий непредставимой силой, заключен в этом камне. Почему жители Тартаруса об этом ничего не знали? Ведь маяки и сам ключ были захоронены под их городами. Подозреваю, что демон был заключен в Маледиктуме, но не лишен своей силы. Он обладал достаточной силой, чтобы повлиять на людей и заставить их видеть то, чего нет на самом деле. Один древний текст из Регистратум Малфиас говорит о Варпшторме, который бушевал в этой системе во времена, когда многие ордена космодесанта были еще молоды. Все, кто жил тогда на Тартарусе, сошли с ума. Находясь под властью демона, они спрятали маяки и Маледиктум под землю с целью защитить их от охотников. Таких, как я. Когда колонисты вернулись в систему, они ничего не знали об опасности, дремлющей в недрах планеты. Поэтому города подчас возводились над этими захоронениями. А Эльдары? Что делали здесь Эльдары? Хотели забрать силу Маледиктума? Нет, наоборот. Именно они заключили демона в камень. Эльдары готовы на все ради сохранения тайны. Они не хотят, чтобы кто-нибудь узнал о Маледиктуме и решил воспользоваться им. Вот почему они так упорно мешали нам. Будучи древнейшими врагами хаоса, Эльдары решили, что они единственные, кто может устоять перед разложением. За их гордыню пришлось платить нам, людям. Я полагаю, мы еще можем предотвратить катастрофу. Все произошедшее уже катастрофа. Сила Маледиктума столь велика, что легко превратит правоверного в сумасшедшего. Многие из Имперской Стражи и гражданского населения уже охвачены безумием. И я чувствую, что постепенно ты и твои люди меняетесь под его воздействием.
Демон Маледиктума призвал варп-шторм в эту систему. Оно хочет запереть нас всех в ловушке, чтобы мы остались здесь, и даже лучшие из нас подчинились ему. Вот почему я так настаивал на вашей эвакуации. Вот почему я прошу об этом снова. Но ты ведь знаешь, что я не могу отступить перед лицом зла. Мне надоели полумеры. Пора прекратить наши ссоры и объединиться перед лицом общего врага. Вместе у нас больше шансов найти и уничтожить Маледиктум. Они слабы и в ужасе от силы, которой ты единственный способен управлять. И камень твой. Бери его, он твой. Они же, недоумки, хотят уничтожить его. Подумай, сколько добра ты сможешь сотворить с его помощью во имя своего императора. Представь, каким могущественным ты станешь. Бери же его. Он твой. Маледиктум принадлежит мне.